В зоопарке Белграда впервые предстали перед публикой два белых львенка. Малыши родились 3 недели назад. От глаз общественности сотрудники зоопарка их скрывали, имея печальный опыт. Ранее другие рожденные здесь львята уже погибали в юном возрасте. Детеныши содержат в специальном обогреваемом помещении отдельно от остальных львов. У матери их забрали. Львицы в неволе часто отказываются от своего потомства и даже представляют для малышей опасность. Посетители могут увидеть львят через окно. Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки в обмен на разных животных. Зоопарк Белграда сотрудничает со многими другими зоопарками в Европе. У нас уже есть список зоопарков, которые хотят получить этих львят. Мы пытаемся достичь договоренности, чтобы обменять их на каких-то других животных. Раньше мы уже отдавали зверей в качестве подарка. К примеру, один отправился в зоопарк Гаваны на Кубе. Благодаря им у нас хорошие отношения с зоопарками по всему миру. В зоопарке Белграда живет уже 10 белых львов. Своей программой по разведению этих животных зоопарк славится на весь мир. Такая окраска у львов – результат генетического заболевания. Это не отдельный подвид, и они не альбиносы. По факту, белый окрас у львов можно назвать явлением, противоположным меланизму, черному окрасу у леопардов. Таких называют пантерами. В дикой природе белые львы изредка встречаются в ЮАР.